друзья, с вами Забирай ТВ, и это четвертая часть музыкального плагиата. Мы благодарим вас, дорогие подписчики, за комментарии и рады сделать для вас все новые и новые интересные выпуски. Давайте посмотрим тех, кто снова попался на музыкальном плагиате. Диона Дольникова на осколках звездопада. На осколках звездопада мы недолго были рядом. И Дарья Кумпаненко «Стены». Эти стены между нами, мы руками не сломали. Композиция «Breakfast in America» 79 года от группы Supertramp. Was Hero, a copy of Chuck E. Hall, 2005 года. Take a look at my girlfriend, she's the only one I got. Not much of a girlfriend, I never seem to get like. Когда-то давно написана композиция Mary Bobby от Hugo Phonic. Совершенно похожая на Наргиз и Максим Фадеев вдвоем 2016 года. Мы можем стать с тобой сумасшедшими. Все мы помним замечательный трек «Релакс» от Мика 2006 года. Но этот трек помнит и Николай Басков с Оксаной Федоровой «Всегда права любовь» 2011 года. Композиция «Эленор Ригби» 1966 года от «Битлз». И очень похожая «Бессонница» 95 года от Аллы Пугачевой. Тоска за мною гонится, за прошлое плачу. Уйди, прошу, бессонница. «Love and Children Street» «The Moments» 1979 года. Jay-Z, Empire State of Mind. Прекрасная композиция Can't Stop Loving You 1976 года от Soul Dog. И очень напоминающая ее Tell Your Friend 2015 года от The Weeknd. We are not the same, I am too reckless. I'm not trying to go in that direction. These niggas, they've been doing too much flex. And they about to call the wrong attention. Помните замечательную композицию Lambada от Kaoma 1989 года? Ее мотив мы слышим в композиции «On the Floor» от Дженнифер Лопес 2011 года. Старенькая композиция «Абракадабра» 1982 года от Стив Миллер Бэнд. Абракадабра,
и напоминающие ее писи от Зефира и Сергея Шнурова 2003 года. В 1972 году вышла композиция «Why Can We Live Together» от Тима Томаса. Ее повтор мы услышали в Hotline Bling от Drake 2016. В 1988 году София Артаро выпустила песню «Золотое сердце». А в 1991 группа Queen написала «The Show Must Go On». Metallica – Toy Soldiers 89 года. Повторил ее Eminem в 2004 году «Like Toy Soldiers». Старенькая песня «Girls Come On Home» 1971 года от Major Lanz. Вспомнил с группой Sweet Beats в 2007 году «Top Gun». Группа Cutting Crew «I Just Die In Your Arms» в 1986 году выпустила свой трек. В 1998 году Диджей Боба с треком «Where's Your Love» И в 2004 году Таня Буланова «Белая черемуха». Композиция «Force at Me Knows» 1982 года от Патрис Рошен. Повторилась в знаменитой композиции «Man in Black» 97 года от Уилла Смита. Интересная композиция «Cola Battle Baby» 78 года Эдвина Берсона. И самая известная композиция Daft Punk «Harder, Barder, Faster» 2001 года. В 88 году Бренда Рассел выпустил композицию «Piano in the Dark». Повторы мы слышали в композиции «Cry» 2011 года от Bingo Players. И композиции «I Cry» 2012 года от Флорида.
композиция Take On Me 84 года от А-ха. И уже совершенно новая композиция Питбуля с Кристиной Агилерой Feel This Moment 2013 года. В 92 году вышла композиция Baby Got Black от Sarah Makes a Lot. Ники Минаж 12 лет спустя повторил композиции «Анаконда». Всем известная композиция «Ла Ди Ла Да» The Beatles 68 года. Дала толчок к рождению композиции Why Don't You Get a Job Offspring 98. А на этом пока все. Расскажи своим друзьям об этом ролике. Если ты не любишь плагиат, то ставь лайк под этим видео. Подписывайтесь на наш канал и жди. Скоро мы приготовим для тебя много интересных видеороликов. Это твой любимый Забирай ТВ. Увидимся.